кажется, про меня забыли. Не, серьезно, в общем, отправился я в Канаду отдохнуть немножечко. Ну так, должен был прожить здесь 2 недели. Дикие места, вечная зима, что называется. Ну, правда, я зимой отправился, ну да ладно. Мне так нравилось, только гуляли много, довольно, в принципе, много людей здесь вокруг отдыхает. Тут Зверлов, у которого я тут гостил, отошел куда-то там, потом раз и все, нет никого. Я тут уже месяц практически нахожусь, и, ну не месяц, правда, я преувеличиваю, 3 недели фактически, включая 2 недели, которые я вместе со Зверлом, я уже должен был отъезжать. И нет никого. Единственное, вот что я нашел, это вот эта вот самая вот камера, с которой вы сейчас смотрите, она позволяет, ну, отсылать на мой канал напрямую видео. Ну, кто увидит видео, пожалуйста, там позовите кого-нибудь. Правда, я уже, у меня еда заканчивается, так что я, по-видимому, пешком пойду сам. По крайней мере, тут есть турбаза, где обычно рыбаки находятся, так что... По крайней мере, туда. Надеюсь, там кто-нибудь есть. Запись, чтобы... Ну, понимаете, тут волки ходят. Так что я возьму ружье. Я надеюсь, потом это будет как доказательство, что я взял ружье. Как бы, ну, я как бы гражданин России, а нахожусь в Канаде. Я не уверен, что это не противозаконно тырить ружье. Но у меня немножко выбора нету. Тут вопрос уже выживания, как бы... немного патронов. Камера, к слову, должна подсвечивать то, на что я смотрю, да и вообще показывать мой статус и прочее. Там много разных фишек и прочее, я даже особо не изучал их, при этом я тут больной немножко. Ну, надеюсь, там на турбазе кто-нибудь есть. Да и шкафчик, блин, закрыт, не могу его открыть. Ключ где-то находится у Зверлова, где он сам находится, понятия не имею. Ну, если не считать, что сейчас погода довольно хреновая. Надеюсь, выберусь отсюда. Да, и тут есть, правда, проблемка. Камера как бы вперед смотрит, микрофон тоже вперед смотрит, поэтому иногда меня, может быть, хреново слышно. Вот и погода. И вот то снег, то вот такой туман, ну, вообще невозможно. Блин, только проблема, опять же, жертва, говорю, заканчивается. Я скоро с голоду помру. Пробую зарядить. Никогда в жизни этим ружьем еще не пользовался. Ну, я надеюсь, я разберусь, как им пользоваться. Там его вроде еще чистить нужно. Но местность я вроде как неплохо изучил, шатался по округе. К счастью. Животных здесь, конечно, валом. Там, кстати, труп медведя, ой, медведя, говорю, это оленя видел. Да, здесь, кстати, еще и медведи есть, которых я буду подальше держаться. Ну, блин, я боюсь эту штуку трогать. Противно немножко. Перья. Прикольно. Никогда в жизни эти перья не трогал. А вдруг пригодятся. О, погода улучшается вроде как. Ну, или просто повыше поднялся. Интересно, че эти кружат? Вороны, видите, кружат. В общем-то, идем дальше. Но я не представляю, как это буду сейчас сам выживать, если сейчас я кого-нибудь не найду. О, труп. Ё-моё. Короче говоря, нафиг его. Я даже трогать его не буду, этот труп. Камера заряжается от солнца, которое не очень-то есть. Правда, она более-менее держится, когда вот так вот просто. Даже в тумане работает. Но внутри здания это будет проблема. Я там долго не смогу снимать. И, разумеется, пока я буду спать и прочее, это все придется отрубать нафиг, потому что она просто не выдержит работы. Интересно, что тут вот за веточка торчит. Но я чувствую, я тут сдохну, честно говоря. И холодно, очень холодно. И не говоря уже о том, что я дико устал.
Возьму я эти веточки. Не знаю зачем, но как-то они меня привлекают. Я просто помираю от усталости, честно говоря. Надо добраться до этой турбазы уже. Есть еще одна фича такая, камеры. Я, правда, только в описании это читал, потому что хер-то это сам я услышу, но она любит музыку накладывать временами. Медведи-то, кстати, здесь шуганные, а вот насчет волков. Особенно стаи. Опять вороны. И опять кружит. Неужели еще один труп? Меня как-то несколько смущает, что здесь трупы. Серьезный, правда, труп. Нафиг его обойду. Опа, опа. Собака или волк? Наверное, собака. Я надеюсь, собака. Ух ты, ух ты. Наверное, собака, раз это скулит и убегает. Этой дорогой. А то ты их знает, эти собаки. Вообще как-то меня терзает смутное сомнение, какая-то она больно черная для собаки. Я отсюда. Кыш! Кыш! Вроде убежала. Вон пошла! Кыш! Может, воздух выстрелит? Блин, патронов-то нет совсем. Блин, еще. Там еще один труп, кажется. Вот не бойся, эта собака и бегает по трупу. Блин, если они научатся жрать людей, то... Хотя они, наверное, замерзшие, так что хер их там кто разжует. Короче говоря, вот эта турбаза. Как-то тут темновато. Эй, есть кто-нибудь? Если кто-нибудь есть, дайте знак. У меня камера и микрофон. Кто-нибудь, ау! Одежда, кажись. Вот тут жратва есть даже. Не, ну я сейчас сытый, в принципе. Попозже. Буду иметь в виду. Да и как-то нехорошо тырить. Книга какая-то. Кто-нибудь? Тоже никого. Вот это, кстати, вроде спальник. Обувь чья-то. Ну, видимо, придется здесь обосновываться. Все-таки место получше. Нифига тут занесло-то все. И как-то пыльно больно. Интересно, сколько времени тут народ отсутствует? Ну, жратва вроде есть немножко. Тут, по идее, на озере должны быть, вокруг озера должны быть домики. Может, там кто-нибудь есть.
Может, сейчас просто, как бы, ну, хотя уже, в принципе, вечер. Блин, ну я устал просто ужасно. Я надеюсь, тут не обидится, если я тут прилягу спать. Короче говоря, тут камера уже пищит, она сейчас сдохнет. Я думаю, я продолжу снимать, что я занимаюсь, дабы было доказательство, ну, когда я выберусь отсюда, что я тут не воровал и прочее. А именно ввиду необходимости. Ох, чувствую, конечно говоря, потом с меня возьмут счет на это все. Я не представляю, сколько денег уйдет. Ну, я тут сюда поехал, как бы все оплачено, поэтому, в принципе, ну вы поняли. С другой стороны, как-то, ну, я особо никогда не боролся, ну, то есть не боролся за свою жизнь, но как-то помирать от голода я не сильно хочу. Уж лучше уж тогда что-нибудь такое эдакое, так сказать, менее болезненное. Ну, блин, турбаза, конечно, не, вообще местность тут, конечно, та еще, учитывая полное отсутствие какой-либо связи с реальным миром, хотя мне, в принципе, это и нравилось. А это камера зверолова для какого-то там, в общем, каких-то тестов. Уж я не знаю точно для чего. Короче говоря, сейчас камера сдохнет, так что я на этом...